Эта вставочная лекция по курсу «История гражданской войны» посвящена партии эсеров, то есть про коммунистов уже было в лекции по марксизму. Кто такие эсеры? Они именно как раз вот летом 18 года, в общем-то, основная позиция была коммунистам. Ну, прежде всего, эсеры – это левая партия. То есть у нас позднее коммунисты сводили фактически всех левых России того времени к себе. А все, кто не коммунисты, объявляли какими-то предателями, пособниками буржуазии и так далее. И этим они еще в 17 году, собственно, начали заниматься. На самом деле был широкий спектр левых партий. То есть помимо большевиков были сильные довольно социал-демократы, которые меньшевиками их обзывали, большевики. Причем разные были группы этих социал-демократов, много фракций было. И было много вообще социалистов, которые не исповедовали марксизма, и причем тех, которые марксизма не исповедовали, их в России больше всего было. Потому что в России были собственные теории социализма Герцена, Бакунина, анархисты, да, Ткачева и так далее, Лаврова. В России много было теорий социализма, и марксизм, наоборот, практиковали, что это что-то вот из Германии пытаются перенести, и нам не свойственно. Значит, партия социалистов-революционеров, она формально была создана в 1902 году, но фактически она наследует идеологию и кадры партии «Народная воля», то есть восходит к народникам. Но каким народникам? Народники тоже были всякие. Народники, они зарождаются после отмены крепостного права. Чернышевский, Добролюбов вдохновляли их, да? Народники были очень разные. Многие из них полагали, что нужно, допустим, идти крестьянам, образовывать там кооперативы, пропагандировать крестьянам идеи социализма, поднимать их на восстание и так далее. Анархисты вообще выступали за то, что нужно максимальный бунт устраивать, когда только возможно. А конкретно «Народная воля» — это группа народников, которая пошла путем террора. Она образовалась на Липецком съезде народников в 1879 году. И они именно ставили своей целью политическую борьбу и, по возможности, вооруженную политическую борьбу. То есть это экстремистское направление в русском социализме, вот «Народная воля» и «эсеры». Оно в основном возникло, когда вот после хождения в народ в 1870-е годы народники убедились, что народ в массе своей их этих идеалов не поддерживает. Как уже говорил в предыдущих лекциях, реальная социальная база народников – это разночинцы, мелкие чиновники, которые недовольны своим положением в иерархической системе Российской империи, и они хотят, в принципе, просто сами стать начальниками. Для этого они разные лозунги выдвигают, в том числе и демократические, но социальная их природа на самом деле не народная. Это те же самые антинародные феодальные, по сути, круги, которые пытаются использовать народ вот для захвата власти, но под демократическими лозунгами. Программа, ну, естественно, народ их на самом деле не принимает. То есть вот эти все теории про социализацию земли, никто их не понимал ни при царизме, ни после 17-го года. То есть вот про поддержку крестьян они просто врали. В 17-м году они собрали несколько крестьянских съездов на свои деньги, под своим руководством, в президиуме, там заранее сидели эсеры. Естественно, делегатов там просто поили, кормили, то есть и они отрабатывали это дело, то есть изображали из себя каких-то крестьян, которые подписывали вот эти все эсеровские писульки про социализацию земли. Когда позднее, в 18-м году, эсеры к власти пришли, никто их особенно не поддержал, потому что народ понимал, именно как кадеты понимали, что землю нужно в частную собственность передать. Ну, значит, «Народная воля», программа ее была, фактически ту же программу и эсеры потом двигали. Значит, широкое самоуправление областное, то есть за федерацию они выступали. Передача земли муниципальным, то есть они социализацию земли, как понимали, передача будет муниципальной власти, ей будет передана земля, и она будет дальше распределять ее между крестьянами. А муниципальную власть будут, в принципе, избирать сами же крестьяне. Но, естественно, было понятно, что крестьяне безграмотно, избирать они будут туда эсеров, то есть мелких бюрократов, разночинцев. Также эсеры выступали с самого начала за свободу совести, печати, собраний и так далее, потому что это способствовало их пропаганде. За всеобщее избирательное право без каких-либо ограничений и за замену постоянной армии вооружением народа. Ну, это такой особенно глупый пункт был у всех русских социалистов. Во время гражданской войны, естественно, все социалисты от него отказались. Значит, «Народная воля» хотела все это осуществить террористическим путем. Они убивали крупных царских
генералов каких-нибудь и ожидали, что народ как-нибудь стихийно восстанет. На самом деле правительство Александра II, с которым они воевали, готовило демократические реформы, и на самом деле эсеры тогдашние эти реформы сорвали. То есть в 881 году, как известно, они убили царя, но вместо революции началась реакция. То есть планы все по введению Конституции еще в то время были царизмом выброшены, потому что они побоялись, что будет дальнейший террор. В общем-то, в 1880-е годы как народная воля была в основном ликвидирована, и 80-90-е годы были сравнительно спокойными, все занимались там мирными всякими способами, просвещали народ. Естественно, оппозиции было много, но они там стихи писали, книги писали, кружки организовывали и так далее. И Ульянов даже в этом поучаствовал в 90-е годы. В общем, сравнительно мирная была деятельность у оппозиции. А в начале 20 века опять у нас пошла революционная ситуация, опять пошли забастовки и протесты. И с 1902 году, в общем, в основном молодое поколение этих народников там было, но которое ориентировалось на идеалы народной воли. Но также они включили и старых эсеров, то есть старые народники еще в 880-х годов тоже примкнули, то есть возродили, в общем-то, народную волю. С апреля 1902 года они, как только эту эсеровскую партию воссоздали, они немедленно приступили тоже к террору. Но когда, допустим, в 1905 году были вооруженные восстания, они, конечно, участвовали в вооруженных восстаниях. То есть для эсеров террор не самоцель, это один из методов. Суть в том, что они считают, что нужно вооруженным путем за свои идеалы бороться. И поэтому, кстати, большевики сразу, в общем-то, их стреляли, потому что понимали, с кем имеют дело, то, что эсеры, они будут стрелять. И практически сразу гражданская война с обоих сторон началась, потому что СССР тоже были за вооруженную борьбу. Первоначально они саботировали выборы в Думу, когда царизм парламент вел, СССР саботировали выборы. Там были какие-то квази-социалистические группы малопопулярные, то есть легальная оппозиция, которая присутствовала в парламенте при царизме, это были кадеты, то есть либералы. СССР, как правило, были нелегальными группами и в основном были известны террором. То есть, в принципе, известность эсеров на начало 17-го года примерно как у ваххабитов сейчас. То есть это какие-то экстремальные ребята. Они легализовались после февральской революции, естественно, и довольно быстро захватили правительство. Вот это, в общем, загадка, как все это удалось. Уже в апреле 17-го года, в принципе, эсеры вошли в правительство и начали диктовать ему свои условия. В 17-м году летом они действительно побеждали на выборах местной думы. Но уже к осени политику эсеров многие в ней разочаровались, и слева, и справа, и предприниматели, и рабочие. Они и рабочим ничего так особенно не дали. Они и предпринимателей начали ограничивать, потому что социалисты, они продолжали, поскольку эсеры вообще не любят вооруженные методы, продолжали они Первую мировую войну, пытались ее как уже революционную войну изобразить. Гнали военный заказ на всех заводах, начали инфляцию, потому что у них денег не было, начали, в принципе, под развязку, но не смогли нормально организовать. То есть многие вещи, которые большевики проводили, начали уже эсеры в 17-м году. Поскольку их популярность падала, спорно, что цифры выборов в учредительное собрание реально отражают ситуацию. Скорее всего, они отражают вот, как бы степень контроля за определенными деревенскими в основном регионами со стороны эсеров. То есть там, как многие участники этих выборов говорят, были существенные подтасовки на выборах учредительного собрания. Кроме того, центральный избирком не мог их уже контролировать, так как он состоял из кадетов, а кадетов большевики запрещали, и газеты их запрещали. То есть избирательные комиссии в 17 году, в ноябре, когда шла смена власти, не могли контролировать эти самые выборы, проверять, где там эсеры, где там они врут, где не врут и так далее. Поэтому эти выборы в учительное собрание, все белые, Колчак, Деникин говорили, что надо их снова сделать в нормальной ситуации, когда сможем действительно контролировать народные выборы, а не в том бардаке, что стоял в ноябре 17 года. После Октябрьского переворота эсеры к тому же раскололись на массу групп. Левые эсеры признали большевиков, правые эсеры начали борьбу с большевиками, и было еще много промежуточных групп, которые то признавали, то не признавали. В общем, бардак произошел. Первоначально они доминировали в белом движении, как раз вот лето 18 года, которое сейчас идет по основной линии лекций, а это как раз доминирование эсеров. Но, честно говоря, эсеры все это проиграли. В июле 18 года их уже отстранили от власти в Советской Республике, где тоже они значительную роль первоначально играли.
И к концу 18 года у нас будет колчаковское правительство, то есть их отстранят от власти на восточных белых территориях и на западных белых территориях, и там сразу практически ни за что не держали их. Немножко было эсеров на Кубани, а на Дону они всегда, в общем, были в оппозиции, то есть на Дону и с самого начала кадеты доминировали. После того, как их от власти отстранили, эсеры вообще всю свою гнусность, так сказать, проявили. Они то сочувствовали сотрудничали с белыми, сотрудничали с красными, то они принимали резолюции, что они вообще в гражданской войне не участвуют. В общем, разные группы эсеров вели разную политику, зачастую довольно подлую, и кончилось все это с тем, что ничего это им не помогло. Как правильно им говорили левые кадеты, вы давайте выбирайте, уже Колчак или Ленин. А то, что они не выбирали, просто мешало белым победить, и в результате просто, когда красные к власти пришли, они всех этих эсеров перестреляли, кого смогли, кто не успел убежать. То есть надо было эсерам, что если они хотели уже сохранить свою партию, уже надо было воевать тогда за кадетов, то есть за Колчака, потому что других вариантов у них не было, так как большевики просто их всех перестреляли. Есть образы эсеров в современной русской литературе. Это Грин из статского советника этого Бориса Акунина. В общем, фильм снят, можно там посмотреть. Вот типичный эсер этот, Грин-террорист. Вот такие они были. Бесы Достоевского на самом деле тоже про эсеров. Никаких марксистов тогда не было. А в Бесах Достоевский реально изображает эсеров, террористов. Вот именно тех, которые в 17 году и в 18 у нас были. И что-то хотели. То есть вот можно Бесы посмотреть фильм или почитать. Можно статского советника Акунина и убедиться вот примерно, как выглядят те люди, которые возглавили Камуч в июне 18 года. Ну вот, о социальной базе уже говорил, о том, что реальная социальная база — мелкие буржуазии, мелкие чиновники и воображаемая социальная база — крестьянства. Все это приводило к тому, что основной стиль эсеров — это была агрессивная демагогия с постоянным закрытием цели своей партии. Говорили много красивых слов, вот как в стиле капитана очевидности, типа «давайте у нас все будет хорошо», «давайте Россия будет великой страной», «давайте у нас будет свобода» и так далее. А конкретно это что хотим, непонятно из этого всего. В случае необходимости, когда их прижимало, они от этих всех красивых речей переходили просто к насилию. То есть или мы всех убьем, кому мы не нравимся. Ну и наиболее известный эсеровский красоратор — это товарищ Керенский, которого и большевики простёбывали, которого и белые не любили. У нас много очень образов Керенского, можно тоже на него посмотреть и в кино, и в литературе. Вот это как раз тоже типичный эсер-политик, то есть который занимается постоянно красивой демагогией, который реально не имеет серьезной социальной опоры и является соглашателем, как верно большевики говорили, то есть он пытается просто между разными группами манипулировать. Вот. И основной его целью является просто удержание и захват власти. Вот это вот Саша Керенский. И те же люди пришли к власти в Сибири и на Поволжье летом 18 года, о чем верно сразу писала кадетская пресса. Я это все говорю не потому, что я сам либерал, то есть как бы кадет, да, а это объективно, то есть это не только либералы об этом говорят, то есть это об этом и коммунисты вполне говорили. И на самом деле эсеры же как партия, они уничтожили сами себя в результате вот этой всей политики 17-18 года. У нас в 91 году эсеры серьезно не возродились, потому что они себя уже дискредитировали. И позднее в эмиграции тоже черное чем занимались остатки эсеров. Ну вот еще нужно программу окончательно характеризовать. Значит, первый пункт программы — социализация земли, то есть переход земли в государственную собственность, но управление землей осуществляется местными органами власти, которые выбирают сами крестьяне. То есть почему-то крестьяне должны от своей земли отказаться, выбрать какой-то комитет, который будет между крестьянами эту землю заново делить. Смысл этой процедуры совершенно непонятен. Они все это прикрывали какими-то красивыми словами справедливости. А социальный смысл как раз понятен. Потому что в этом комитете будут сидеть бюрократы, которые будут на этом наживаться. Это будут эти самые эсеры, которых крестьяне туда по их плану выберут. Значит, этой социализированной землей нужно организовать ее уравнительное трудовое пользование, то есть кто может работать, все должны поровну получить и по своему труду ее, значит, обрабатывать. Отношения труда и капитала они планировали государственное регулирование, то есть государство будет посредником между предпринимателями и рабочими, но, честно говоря, ни в 17-м, ни в 18-м году, когда они у власти были, ни хрена у них в этом плане не получилось, были недовольны и рабочие, и предприниматели, то есть посредник между трудом и капиталом из эсеров вышел очень хреновый. Они выступали за федерализацию России
этим тоже отличались от кадетов. То есть это у них позитивный пункт программы, они выступали за максимальную автономию. И, кстати, местные националисты, украинские и прочие, часто были эсерами именно, потому что эсеры выступали за автономию народов и отдельных областей. То есть эсеры поддержали и сибирское областничество, хотя руководство областников не было эсерами и даже с ними поругалось. СССР выступали за демократическую республику, всеобщее избирательное право, все демократические права и свободы, и это позитивные, поэтому они воевали с большевиками, и тут нужно их поддержать. Все-таки это из демократического лагеря, хотя и придурки. И в отличие от большевиков, они выступали не за диктатуру пролетариата, а за власть всего трудового народа. Фактически современные коммунисты, ну та же КПРФ, они отказались же от диктатуры пролетариата, и фактически они являются такими тенями эсеров, потому что они тоже же выступают типа за власть всех трудящихся. А такой официальный марксизм кондовый, он именно за диктатуру пролетариата, а не за всех на свете. А за всех на свете это как раз не марксистские социалисты типа эсеров выступают. Ну, помимо этих всех пунктов, для эсеров характерна националистическая риторика. Об особом социалистическом пути России еще Герцен говорил, и все это дело эсеры развивали. Про Россию они любили. Они призывали постоянно к революционной войне, в том числе войне там с Германией и так далее. Это тоже все такое характерное, эсеровский дискурс такой. И в связи с этим есть много похожего на Гитлера и национал-социалистов Гитлера. Тоже эсеры, они же тоже национал-социалисты, они за развитие национальности, но на основе социализма. Примерно та же программа и у Гитлера. Вот. Поэтому, в принципе, из них могли развиться также и наши протофашисты, если бы эсеры у нас у власти удержались. И, скорее всего, Гитлер просто использовал в значительной степени идеологию вот этих русских социалистов, русских национальных социалистов. Но есть отличия, потому что русские эсеры всегда выступали за демократию. А Гитлер, он уже жил в ситуации либеральной республики, где он понимал, что в такой ситуации национал-социалистам ничего особенного тоже не светит. И Гитлер выступал за диктатуру. А эсеры, они жили же при царизме, и они думали, что вот демократию установим, и там все выберут эсеров. Реальная роль, как я подчеркиваю, на протяжении всей этой лекции негативная. Фактически они были плохим союзником кадетов. То есть вот интересы собственников выражала партия кадетов, Милюков и так далее. Они выражали интересы как собственников деревни, так и собственников города, предпринимателей. И, в общем-то, они смогли, пытались они наладить отношения с рабочими, кое-где они это смогли, допустим, с эжевцами, с кадровыми хорошими рабочими, которые нормально получали, которые за свою работу отвечали, с хорошими рабочими. С хорошими рабочими хороший собственник всегда договорится. А на всякое быдло опираются вот такие вот демагоги типа эсеров и большевиков. Вот, ну, в общем, основным противником, как это показала и ситуация гражданской войны, у большевиков выступили именно кадеты, то есть либералы. А эсеры оказались плохим союзником, который подвел, и потом даже сдали Колчака, сволочи красные. И одна из причин падения правительства Керенского в 1917 году, это как раз вот то, что власти были эсеры, они были демагогами, и они, их политика была крайне непоследовательной. В общем, к каким-то демократическим вещам я сочувствую, которых они которые они были их идеалами. Борьбу с царизмом тоже, в общем-то, ну, одобряю, хотя не знаю насчет терроризма, насколько это вообще хороший метод в то время был, я не знаю. Ну, он ничего им не дал, они не победили царизм, он сам погиб. И в основном царизм погиб именно из-за деятельности либералов, а не эсеров. Но их роль в гражданской войне, их роль в 1917 году крайне негативная эсеров. Такой вот вывод из этого всего.